Во Владивостоке полным ходом идет капитальный ремонт здания на Океанском проспекте 19В. В нем расположится гимнастический зал, пространство для игр в настольный теннис, помещение для занятий различными видами единоборств, а также ряд административных аудиторий. Сейчас на объекте трудятся 15 рабочих. На данный момент в здании на Океанском проспекте выполняется протяжка сети электроснабжения, водоснабжения. У нас уже установлены окна, идет монтаж подсистемы для фасада. На следующей неделе мы уже приступим к монтажу утепления фасада. С лицевой со стороны дороги у нас уже установлены все кронштейны, полностью готовая система под утепление. Здесь отопление будет водяное, то есть у нас трубы магистральные будут все в полу забетонированы и будут только отводы к радиаторам. Вот, радиаторы будут биметаллические. В зале будут закрыты решетками по типу потолка грильяда, ну, реечными такими решетками, чтобы их не было видно, ну и было безопасно. В основном зале гимнастики у нас будет освещение, получается, спортивное, специальное для гимнастов, которое не будет слепить. Это будут установлены прожекторы по стенам с двух сторон, и вторым светом будут прожекторы на потолке. А во втором зале у нас будет реечный потолок, и будут светильники, встраиваемые в реечном потолке для теннисистов. Фасадная часть здания будет выполнена в светло-серых тонах. Такой дизайн-проект позволит спорткомплексу гармонично вписаться в городскую среду. Также ведутся работы по разработке дизайн-проекта внутренних помещений в планах подрядной организации, в том числе совместно с школой по гимнастике. Разработать в стилистике тех видов спорта, которые будут в данном спорткомплексе. Внутреннюю отделку помещения планируют начать уже 15 сентября, а полностью завершить работы до конца года. Капитальный ремонт здания ведется в рамках мастер-плана Владивостока на средства специального казначейского кредита. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.